Привет, меня зовут Виктория. Сегодня мы с вами приготовим бедрышки в кисло-сладком соусе и рис с овощами. Бедрышки мы замариновали в кисло-сладком соусе, который состоит из столовой ложки меда, 2 столовых ложки апельсинового сока, лимонного сока, соевого соуса, оливкового масла, немножко перчика чили, куркумы для цвета, ну и соль, перец. Также мы возьмем рис и замороженные овощи. Поставим воду для риса. Засыпаем рис. И поставим таймер на 10 минут. Ставим таймер и выбираем время. 10 минут. 10 минут. Мы поставили рис и включаем вытяжку. Тем временем выпарим овощи. Пересыпем в сковородку. И включим. Вот таймер отреагировал. Очень удобно. Выключается конфорка сама. Мы пересыпем рис. Пока мы готовили рис с овощами, у нас замариновалась курица. Для маринада должен достаточно час. Мы поставим ее в духовку. Ставим в духовку. Включаем традиционную духовку на 40 минут при температуре 200 градусов. Курица готова. Давайте посмотрим. Красивая. Сейчас мы запечем корочку на ней, на гриле, на 10 минуточек буквально. Ставим гриль. 10 минуточек, 220. Последний штрих. Готово. Приятного аппетита! Готовьте вкусно и удобно с техникой пирамида.